Здорово, дорогие подписчики, с вами ваш NKPlays. Сегодня мы играем опять на Sunrise. О, у меня как-то все подлагивает. И сегодня мы будем рейдить вот такую вот башню, которую парни до нас докопали. Сегодня мы, сейчас они ушли в офлайн, сегодня мы их будем просто выносить. Так, у меня почему-то все подлагивает, я не знаю почему. Так, ребят, что, куда бахаем? Прямо в централку или наверное сбоку? Так, ой, стоп. Блин, я что-то не знал. Ну, у меня бывает... Там тролль, видишь, там тролль стоит. Стоп, давай, слышишь, давай вот сюда. Да. Вот сюда куда-нибудь. Чтоб тролль потом сразу одной ракетой бахнуть? Не знаю а даже. Если слушай, ну а нафига, давай это просто... Подожди, а так тут наверх можно забраться, алё? Ну да, здесь сверху, я вот только что давайте, там был. Давайте вот сюда, вот сюда. Ребят, стойте, меня подлагивает жестоко. Что за бред? У тебя еще интернет подвисает. Я вот понял, сейчас. Двери, которые твои. Не, на второй этаж поднимитесь вот сюда. Так, у меня в принципе ничего не грузится, не знаю, что за бред. Может сам интернет тут. Ты вообще жестко лагаешь. Да я заметил. Ну вот сюда. Офигеть. Тогда да, тут надо. Тут можно сишку положить. И сишкой пробиться. Тут лучше ракетку. Прямо это туда, да? Только как туда стрелять? Ребят, ребят, а, ну да, аккуратненько. Не все друг у друга во френдах, чтобы... Туда не попасть. Так, иди-ка сюда, Лео, иди сюда наверх. Да, да, да. Давай, вот так, да, вот так, на меня залази и бахай. Так, подожди. Я понял. Тихо, тихо, тихо. Так, я понял вот эти приколы. Слушайте, хорош угорать, блин, в нас слишком много всего. Давайте уже работать. Да просто сплэшем. Вверх бей. Сплэшем уйдет. Иди. Давайте, давайте, давайте. Взрываем, взрываем. Бам! У меня аж ракета в воздухе повисла. Нормально? О, отлично, отлично. Нету проблем с интернетом. Я не знаю, что мне лагает. Я тут. Вы что там? А, кто? А, стоп, стоп, стоп. А, я понял. Меня убил. Контрапт, да? Ну, я дальше контрапт сниму. Чё, бандиты там, играете все? Да. Я понял, почему. Ой, ой, ой. Все. Опс. Я понял, почему. Ёп, лагает. Да не. Подруга решила кино посмотреть. Не гори, не гори, не гори. Не горю. Пердак пригорает. Слышь, у тебя пердак горит. Кстати, у меня на видео видно, как будто у тебя это с базуки огонь идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Все забрал, да? Давай, вылази да. Отсюда. Как всегда, эти сраные контрабы постоянно не кумирают. Бегай, бегай, бегай. А ты, Андрей, не заходил на обры серф там? Нет. Ёлки-палки, я ж там оружие оставил свое. Сейчас. Лырка, лырка, лырка. А где лырка-то? Что, нету, что ли? Была возле контрапа. Нет, вот я оружие оставил. А, вон она. Вон она, да, в угле. Все. Давай. А, взял. Какое ты оружие? Да свык, ну ты можешь помолчать. Сука, я могу дать вам револьвер. Револьвер. Давай, я бахаю дальше. Да. В принципе, у меня еще одна там ракетница есть. Давай, бахаем, бахаем. Отлично, отлично. О, смотри, потолок развалился. Посыпался за треугольничек, смотри. Калитка. Ой, вообще класс. О, отлично. А-а-а, вот оно что, МБК. О. Вот это уже интересно. Давай прям в центр. МВК может сишками или нет? Да нет. Да, ракетами, ракет хватит. Отлично, отлично. Так, надо прописать кит, у меня еда кончилась. А, понял. А, медик есть. Кит-фуд есть. У меня его нету. Уже. В смысле нету? Ну я его использовал до этого. Тебе дать? Не-не, все, я взял.
Посыпался домик Карлсона, а? Крысёныш, а, рейдит, когда в офлайне. Ну, сейчас мы... Я понял. Ты видел это, да? Насколько я красный был. Хорошо, что подхилился еще до этого. Сколько там хп это? Не знаю. Я понял. Сколько там хп? Стоп, гантрап. Гантрап, да. Дай эту ракетку. Ну, в принципе, пофиг на эти контрапы, там он еще какой-то лазер, походу. Просто так в этот... Это как он, турель? Ну, я знаю, да, турель. Сколько туда ракет-то надо? 18, говорю же. МВК это зверь. Все, МВК. Тихо. О, господи, сколько там контрапов. Тогда я контрапа, ну, сниму. Все, минус контрапа. То есть с одной стороны. Так, осторожно. Сундуки справа. О, калашек, отлично. Так, здесь все закрыто. А вон еще турель внизу, осторожно, внизу турель. Гантрап внизу, сейчас расстреляю. Давай. Помолк. Там еще турель, ребята. Давай, здесь. Слышишь, давай вот сюда. Вот сюда. Давай. Иди сюда. У них хп там мало. Давай. Я может добью разрывными? Да не, оставь, подожди. Все. О, турель. Так, да, я на нее сишку накину, подожди-ка. Там еще, кстати, внизу турель одна, подо мной прям. Ебать, я чуть не ёбнулся. Так, а, блин, там, по-моему, две надо. Да, сишки на турель? На турель? Нет, два. Нет, две. Ну, ладно. Две, что ли? Ебать! А, все нормально. По кругу на деревянную лестницу. Я понял, да, сейчас залезу. Тут сундуки, слышите? А что там? Ну, тут ничего такого. Так, сколько у меня патронов было? 187 патронов не было, да, долго байтили. Так, ребята, осторожно, там внизу вон еще одна турель. Ох, ой. Давай, забирай, вон еще калаш я один забрал. Вон еще один калаш. О, сера, отлично. А, ну 832. Новые гранаты, МВК забираю. Забирай все. Трубы забираю, 50 трубов. Так, что, подожди, ты куда бахаешь? Я бахаю эту дверь. Давай. Какую? Железную или ворота? Вот сюда, вот сюда. Давай. Да, конечно, давай, иди. Давай. Давай, короче. Тихо. И вот это зверь. Так, аптечку надо заюзать. Что, она там еще живая? Да. А, да, ее надо 4 ракеты. Где она? Она уже продамажилась. Вот смотри, короче, вот видишь, за этими, видимо, железными настилами там, скорее всего, ресурс. Ну, потому что, видишь, давай вот сюда, короче. Давай, бахаем. Там сейчас там полностью. Так, осторожно, лево. Подожди, стой. Лео, уйди оттуда, пожалуйста. Просто вот, сейчас смотри, тебя... сломалось. О, отлично. Че там у меня? Броня. Калаш заберу, еще один калаш заберу. О, хилки как раз. О, нормально, МВК, броню забираем. Давайте, забирайте. Ой. А! Ой. Это что? Это кто? Сгоришь. Ебать. Это вы предупреждаете, я просто не понял даже. Сломанный калаш, не нужен. У меня тоже есть сломанный калаш, но я его распилю. Так. А, сколько у него? А, о, да, стоп, дай. Подожди, там я одну эту бобовку кину. Сразу разберу. А, ну или давай такой разрывными. Или это, слушай, этот. А, у тебя ты не сможешь сейчас построиться, да? Вот эту фигуру. Все, сорян, я вернулся. Так, что у нас здесь? Я разбил. А, красиво. Так, о, пружинки. О, 7-7 пружинок. Кстати, мои пружинки. Сто пудов мои. Пружинки. Где? Я взял. Так, изучательский стол. Я тоже знаю, откуда он. Догадываешься? Нет, у нас коридорчики стоял. Да, смотри, это все наши ресы, прикинь, все тупо, что здесь, это все надо. Так, окей, я... Понял, давай, я за. Это сюда. Куда ты бахаешь, стрельни? Так. Вот сюда, потому что давай. Там тоже эта дверь. Вон, видишь, весь первый этаж в этих дверях? Угу. Слушай, давай тупо в двери. Тупо в центре. Давай. Вот туда, в угол. Вот, отлично. Бам, все.
Так, стоп, дай-ка. Да. О, шкаф. Стой, снизу турель. А, слушай, уйди, я сейчас стишками накрою. Ой, я одну промазал слишком. Тут гантрап один. А, Коль, слушай, да ты... Коль? А? Засейви, пожалуйста, вот эти вот девайсы, два штуки. Я тебе скинул вот эти два девайса, засейви, пожалуйста. Слушай, куда ты мне скинул? Вот, внизу, вот. А, хорошо. Это что у нас здесь? Голографы, что? Я знаю, кому это подарить, человечка есть, который их любит. Хорошо, нет. Так, стоп. Здесь гантрапы. А, у, блядь, смотри, я хожу рядом с гантрапом, ты понял? Да у них тут и в сундуках полно гантрапов. О, здесь 215 краб, они хотели броню изучить. Офигели, сколько патронов тут. Корпус и на коллаж забрал. Так, я сейчас бахну этот шкафчик. А что в этой турели было? Еще 34 патрона. Отлично. Стреляй. Отлично. Слушай, в шкафу у них нифига ничего не было. Вот так скажу, спасибо. Тут тоже ничего нет. Надо 2 кассера зазопить от скрапа. Так, слушай, ну давай тогда не знаю куда. Это ты куда там бахнул? А. Вот это, справа. Где у них подъем наверх? Не знаю. Что-то я не могу найти. А, Лео, подожди, а ты куда пошел? Я здесь. А, я ты здесь? Да. Я просто переписываюсь, торгую, походу. Пока вы там рейдите. Куплю пару минут, да. Смотри, слышишь? Стой, смотри. Да-да. Смотри, все стенки идут вровень, а вот это повернуто. А, подожди, а, ну это уличная сторона, смысл? Ты думаешь, что там что-то есть? Ну, а почему она повернута? Где вы, про чё? Ну, может, просто кривые рукожопы поставил? Ну, сейчас посмотрим. А, так видишь, да. Даже и тут везде они сюда, вовнутрь. Ну, ты думаешь, здесь... Бахните... О, слушайте, бахните этот самый стол, я скраб заберу. Человеку продам. А, стой, на, слушай, стоп, подожди, на тебе скраб. У меня вон скраб я взял. О, давай. Слушай, у тебя еще место есть? У меня нет, я фул. У меня во мне 20-44 бобовые гранаты, болт, топовая маска, топовая броня, 19 корпусов на калаш, 204 веревки, 5000 плавленного металла, 16 неплавленного, 12000 угля, 5000 дерева, 58 знаков, 2 пружины. Ну на вон пружины за... А давай, слышишь, а давай под ноль дом снесем? Ну как не. Бы... Хотя не получится. Не, ракет нам не мало. Хватит. Там слишком. Там МК. Слушай, но. А где они сами? Как ты думаешь? Не знаю, ребят, думайте... Чё ты не забрал эти 9000 камней? А, где? Куда у нас с этого камня тонна? Не, у нас, если мы сейчас этих ребят жестких зарядим, у нас... Карьер в сутки добывает больше 150к, поэтому вообще не проблема. А где они сами? Нет, видимо, может наверху. Но я тебе говорю, меня вот это заинтересовала стена. Да, ну она просто МВК. Ну давай. В принципе, а еще одна сишка а есть. Смотри, а че МВК-то? Смотри, а давай вот просто с этой стороны взорвем, да ну и давай, сейчас одну сишку накину, подожди. Отойди. Все, последняя как раз. Давай, пахай. Отлично. А у тебя лайдер есть? Две осталось. Ну, в принципе, вот эту можно забрать. О, чё-то... А, это. Так, подожди, да, прочекай, сколько хп у неё. Ну, если там мало, давай взрывными добьём. О, 38. Отлично. Вон двое спят, смотри. Да ладно, серьезно? Ах вы крысёны ты! Снизу все. Трясёно. Подожди, стой, я лесенку поставлю. Элдарк есть, да? Ах вы крысёны, что вы посмотрите. Ой, тихо, не пары. Я хочу посмотреть, что у них. Ооо, нормально. Каваши, посмотри. О, 15 кассеры, МВК, 100 тысяч камня, 13 сишек, ракеты, отлично. Отлично, вот это, конечно, забираю. Я сейчас забираю. Я потом сюда еще приду, еще хлам позабираю. Да-да.
Отлично. Слушай, 12 порох, отлично, отлично. Красота. Красотища, да. И слышишь, а давай у меня еще осталось 5 ракет, давай вот тут сюда взорвем. А, давай. Думаю, у меня еще тоже ракеты остались. Ну, я не знаю, что это. Я просто могу вам еще пару домиков предложить подрейд. Какие? Какой? Ну это ихняя печка. Стой, 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 стой. Подожди, может она через. А, подожди, у меня эти сачели есть, подожди. Все, не бросаем. Разрывные, разрывные. Это же дверь. А, ну тогда сейчас тогда тоже. У меня. У меня есть тоже. Сейчас. Смотрите, турели контрапы. Пахаем. Стой, тихо. Блять, я думал, там, блядь, турель это огонь был. Там еще раз. Ай! Сейчас печка. Там тихо. Здесь ничего нету. Здесь две печки у них, в одном дерево чисто. Дерево здесь пустая чисто. Пустая печка. А в этой что печке? Что? Слушай, давай им карьер взорвем. Слушай, во, иди. Там турели много, я же залазил. Мы у них ракеты взяли. 4 или 5 турелей, возле каждого шкафа буквально турели стоят. А, блин, лесенок нету. Слушай, слышишь, а давай... А, нет. Там же моя лестница стоит, там моя лестница стоит. То есть там 4 шприца, и ты, наверное, ты в карьере. Причем очень удачно залазишь, сбоку у тебя будет турель, которая тебя не агрит. Вот по этой лесенке сразу залазьте. Нет, стоп, не по той, не по той. Да я... Слушай, ребят, я просто не могу лазить по лестницам, то есть, ну, то есть я умею, но не через эти. Давайте я перелезу и приму ТП, шприцов мне только дайте. На, как ты ТП примешь, если там билда? Как билда? Я оттуда ТП шнулся. Че? Какая там билда? Короче, мне, я проще снесу дверь, у меня разрывается. Давай, что-то мне тоже не кайф. Давай, чисто так по хардкору. Давай, сносим. Тихо, ой, хорошо. Сколько? Отлично. Все, 4. Последний. Да, вы издеваетесь. У вас еще много разных? Нет, не особо осталось. Да тут больше не надо. А, вон турель сразу стоит. Вот начал, давай осторожно. Аккуратнее. А где турель? Ёпт, уже сюда повернулась. Где эта тварь? А вон она байтится. А, подожди, на кого она байтится? А, на вас? Ой-ой-ой, понял, где она. Ёпт! Осторожно. 5 хп. Да ладно, повезло. О, подожди. Вот, пускай стреляет. А, не надо. Смотри, сапёр пошёл, смотри. Сапёр. Прям у меня это, сдох. ХВР. На тебе калаш. А у меня, ребят, меня убило. Да мы видим. Молодец, что сказать. Че, во все взорвал ее? А, все, он. А здесь? Где еще одна? А вот еще одна. Окей, да. Вон там сзади. Да, подожди. Тихо. Прям по ней. Я последний для ракеты. Нормально. На! Ой! На! Угу. Спасибо. Нету больше. Ну там еще одна в конце осталась, осторожно. Там вдали вон, видишь? Ну похер на нее. А, нет, стоп, подожди, она прям на луцука смотрит, да? Не достанет. Ой, не подходи. А подожди, так, я сейчас. Пока вы там взрываете, я пойду дозабьюсь лутом, так сказать. Давай. Угу. У меня слоты есть. Понял. Блять! Пустой карьер. Пустой? Забрал. А, ты взял? Я ничего не забирал. А, ну тогда пофиг на него. Пропускай тогда турелька живет. Так, слушай, давай тогда. Ой. Я тогда сейчас пойду. Все набрали? Нет. Я. А, я 20 бобовок взял тут хоть.
трупов забрали все? Ну, здесь кто-то был, это ты был? Я пошел на дом. Ну, с трупов-то вы что забрали? Там с трупов очень много лута было. А, нет? то есть с их это лутов? То есть с их да, трупов? Тут, да, тут еще калашей куча. Кто будет забирать? Ну вот сейчас это все, это, ну как, перенесем, не вопрос. Просто сейчас трупы-то пропадут с лутом. Ну, блин. С трупов надо лут забирать. А, стой, там же такой ящики, сейчас я в ящики перекину. Давай, я пока это самое, да, тоже буду в ящики скидывать и разгружаться, кстати. Здесь уголь просто столько. Ну, понадобится еще. Да, давай, короче, этот. Ой, ракетница сейчас, здесь еще даже лежит, офигеть. Даже не заметил. Блин. Все ящики пахнули, да, походу? Тогда я что, пока сейлю все в ящики, да, складываю просто тупо? Да, раскладывай все ящики, я сейчас здесь пока такое все повыкидываю, потому что не так сильно нужно, и все остальное заберу. То есть патроны, ЛР. Ну, 12 МК, я думаю, не надо забирать, нам. Не надо. Я вот здесь оставил, как бы, все такое, все, что нужно. Я вообще здесь все скину, потом придем, заберем отсюда, короче. Просто я взял такую всю основу. То есть 16 серы, 13 пороха. Сейчас еще все остальное не позабираю. Ну что, вынесли мы эти бомжи. Ой, я бомж. Да я не, я просто прыгнул и, короче. Ну это наши киты, потому что 9. Да, не спорю. Это самого ткани, это 100% наши. Не спорю. 16к кожи, 8к топлива. Да ранее спорю, это все наше. Я ничего не говорю другое. Раскрашенная броня, это все наше. Да. Болт заберу у них. Так, ну я добиваюсь броней. Давай, лети на холм. Слушай, там надо еще где-то ящики поставить, потому что там ящиков мало. У нас? Да. А у меня на второй холм, на основной, нет. В смысле, на основной холм? Ну, на нычку. А, не-не, а там уже тоже все это... Ой, ёлки-палки, здесь лута-то. Что здесь? Вот в этом все, в руке это. Это я выложил. А, да-да, этого здесь не было. Так, давай тогда забью сейчас, что у меня есть, как бы. Сейчас я тогда на холм улечу в нычку. Сейчас на меня, ты понимаешь, нет? Угу. Ладно, ну что, ребята, вот так мы зарейдили наших соседей, которые нам портили игру вечно. Так что, ребята, давайте подключайтесь на сервак Sunrise Rust. Ссылку я оставлю в описании. С вами был Shenka Plays. Увидимся.